В городском округе Люберцы продолжается ремонт дорог. В план этого года попало 10 участков муниципальной сети общей протяженностью более 8 километров. По каким адресам работы уже завершены и где еще предстоит навести порядок, выяснял наш корреспондент. Работы на этом участке в жилом комплексе «Малая Павлина» стартовали в начале мая. Эту локацию выбрали сами жители путем голосования на портале «Добродел». Здесь полностью обновили тротуар и дорожное покрытие. Протяженность свыше километра. Сейчас рабочие наносят последние штрихи. Ремонт дорог в городском округе идет согласно графику. Работы по 7 адресам уже завершены. Под обновление попали те участки, по которым поступало наибольшее количество обращений от жителей и на которые обратила внимание служба контроля состояния дорог. Завершены работы в поселке Октябрьском, это улица 60 лет. На той неделе также были выполнены работы по улице Ломоносова. Непосредственно в самих Люберцах было выполнено 3 дороги. Это улица от Октябрьского проспекта до улицы Электрификации, улица Хлебозаводская. Был отремонтирован также тротуар на всю ее протяженность. Социально важным являлось отремонтировать улицу от Южной до Новорязанского шоссе. Участок дороги, который был очень разбит, также набрал немалое количество голосов на сайте «Добродел». Ремонт муниципальных дорог предстоит еще в Малаховке и Краскове. План этого года будет выполнен до 10 июня. После завершения работ на каждом участке, где положили новый асфальт, проводят экспертизу, чтобы убедиться в его качестве и надежности. Луиза Игиасарян, Петр Пономаренко, Артем Морозов, телеканал ЛРТ.